В Ненецком округе впервые за последние несколько лет предстоит провести масштабную реконструкцию автодорог. Строители планируют применять новые технологии, которые ранее в регионе не использовались. Современные смеси уже подбираются, их разрабатывают в лаборатории, там же проверяют на качество. Подобный материал применяют при строительстве дорог в Ханты-Мансийске. Что касается Ненецкого округа, то обновление автотрасс – это только начало большой работы по модернизации всей транспортной инфраструктуры арктического субъекта. По статистике, самые лучшие дороги в России в Ханты-Мансийске. А ведь там примерно климат такой же, как в Нарьян-Маре. Холодно почти 10 месяцев в году. Дорожный вопрос в нашем регионе стоит остро уже многие годы. Но предстоящее лето должно хоть как-то разрядить накаленную ситуацию. В Нарьян-Маре началась одна из крупнейших за последние несколько лет модернизация дорожной сети. Нарьян-марские дорожники просыпаются после зимней спячки. Спецтехнику и рабочих с лопатами теперь можно встретить почти на каждом километре. Настало время большой работы. Ну вот мы сейчас на федеральной дороге. Планируется с середины июня по август 4 километра ремонта капитального до аэропорта. Владимир Низев, главный дорожник региона, рассказывает о грандиозных планах на лето. Сезон короткий, а успеть нужно многое. Например, провести капитальную реконструкцию дороги от так называемой кольцевой до аэропорта. На этом участке вместо старого асфальта положат новый. Неудобства, пробки. Вот, извиняемся, но должны сделать полный капитальный ремонт. Работы, впрочем, чаще будут вестись в ночное время. В помощь местным специалистам привезут примерно 60 вахтовиков. В основном это опытные мастера по асфальтоукладке. А в общей сложности в модернизации дорог задействуют около 150 человек. Планирую двухсменную работу. Большую часть будет в ночное время, чтобы меньше было неудобств. 3 года намеревались сделать эту работу, но вот... все-таки добились. Капитальный ремонт этим летом проведут еще в двух местах. На улице Первомайская и Хатанзейского. Там тоже появится новый асфальт. Морской порт в ожидании навигации. В 10-х числах июня в Нарьян-Мар придет судно с первым грузом для дорожников. Материалы везут из Онеги. Партия небольшая. Железнобетон, битум и арматура. Больше на корабль просто не помещается. А всего за лето в столицу региона на дорожные цели доставят десятки тысяч тонн груза. Это небывалая цифра. Материал, который остался у Дуримстроя еще с прошлого сезона, уже пустили в дело. В поселке Искатели начали латать бесконечные выбоины. Но как только в Нарьян-Мар доставят первый груз, устранять ухабы будут новой вязкой смесью. Она намного прочнее и долговечнее. Планируем применение минерального порошка, что ни разу не применял. А он для чего? Ну, будем видеть. Это для лучших свойств асфальтобетона. Никогда не применяли. Ну и материал тут, все зависит от материала. Какой поставят материал, вот, это и будет асфальт. И качество от этого зависит. Долговечность и так далее. Задача дорожников – выполнить ямочный ремонт от поселка геологов и вплоть до рыбокомбината. То есть привести в порядок всю трассу, идущую из города, в Искателей. Планы все равно большие и, наконец-таки, добить дороги. Добить за один сезон не получится, но более-менее привести в соответствие по нормам, да, это возможно. Возможности и правда большие. Техника есть, материал будет, да и специалистов хватает. А потому и решили, если ремонтировать, то по максимуму.
Тяжелая техника доберется и в эти края. Дорога на Красное. Летом запланирован целый комплекс по ее реконструкции. Здесь строители хотят внедрить пластификаторы, вещества, которые придадут дорожному покрытию совершенно новый облик. У нас переходный тип покрытия. Это стабилизатор глинистых грунтов, который, в принципе, должен дать эффект как нового покрытия. Это, в принципе, технология применялась на северах, в частности, в Ханты-Мансийском округе. И поэтому, если сойдемся в цене и получим кое-какую экономию, то постараемся применить ее здесь. Торги на проведение работ будут объявлены в июне. Цена контракта свыше 180 миллионов рублей. В его стоимость войдут работы и по ремонту участка автодороги Нарьян-Мар-Лаевош протяженностью 97 километров. В планах на ближайшие годы и строительство четвертого участка автотрассы Нарьян-Мар-Усинск со стороны Коми планируется построить почти 15 километров. Цена вопроса 1 миллиард 800 миллионов рублей. Чтобы в Нарьян-Маре построить 1 километр дороги, в среднем необходимо потратить 50-70 миллионов рублей. В других регионах сумма разная. Разброс цен получается довольно большой. Один из самых дешевых километров – 14 миллионов – это дорога в Сахалинской области. Ну и самый дорогой контракт строительства дорог в Московской области. Каждый километр потребует почти 600 миллионов рублей. А если в целом, то по данным Минтранса, 1 километр трассы в России в среднем обходится 41 миллион. Новый микрорайон, улица Авиаторов, сеть новое строительство 1700 метров. Эти земли нетронутыми оставались долгие годы. Уже сегодня здесь современный жилой комплекс с собственными дорогами. Первые 700 метров рабочие сдадут в следующем месяце. К концу августа остальной участок. Технологии при строительстве также используются новые. Многие годы всегда говорили, что в Нарьян-Маре плохое качество асфальта. А привозили материал неоднородный. Приходилось, я понимаю, искусственно подбирать все, с чего было. В том числе применяли вот такой песок. Угу. Вот, с глиной, который, ну, для технологии это вообще неприемлемо. Вот. И от этого получалось качество. А точнее, вообще никакого качества. Смесь, которую дорожники использовали последние несколько лет, в руках рассыпалась, при дожде растворялась. Вот и говорили люди, ямочный ремонт – это деньги на ветер. А логично делать ямочный ремонт или сетки? Конечно, нет. Бессмысленно, его тут же выбивает. Большие машины сразу выбивают все. Тогда нужно что? Полностью заменять асфальт, дорожное покрытие полностью менять. Надо просто один раз нормального подрядчика взять, нормальный надзор и нормально сделать, и все. Дороги 10 лет стабильно прослужат. И кажется, услышали. Обновление дорог – это только начало большой работы по модернизации всей транспортной инфраструктуры региона. Впрочем, есть одно большое «но». Только ДРСУ стоило заключить договор на поставку материалов с одним поставщиком, как контракт сразу же сорвали. Федеральная антимонопольная служба без объяснений заморозила все документы. Если торги не состоятся, это будет означать, что материал в регион не доставят. Сезон для дорожников окажется провальным. И никакого капитального ремонта. Все решится в ближайшие дни. Олег Танзийский, Александр Дуркин, Николай Таратин. Телеканал «Север».